явно будет проверять Землякова на прочность. Ну, я думаю, Андрей покажет свое мастерство. Фомичев, пас на партнера. И забивает с паса на уже четвертой минуте первого. Жесткий, можно сказать, пощечину по своему игровому самолюбию. И вот только сейчас, к восьмой минуте, у них получается вот разыграть такую комбинацию, где... Степан ищет, кому отдать партнера. Пас на Быканова. Быканов скидывает. Заброс от защитника. По-моему, на Красколоне, да. И забивает вторую шайбу. И игроки Армады, казалось бы, такой темп добавили. Дмитрия Панова. И здесь шайбу его лишили. Идет в отбор Фомичев. Мажирин там не смог против Фомичева ничего противопоставить, поэтому какие-то шайбы отдает диагональную передачу. И дол. И вдвоем с Колониным они разыграли это. И бросать, отдать все. Помогает ему в этом Карасов. Но все совместные усилия ни к чему пока не привели. В контратаку побежал. Таким образом счет становится. Можайский. Чтобы не упускать это преимущество. Тем не менее, шайбу получает Колонин. Выгружает на Фомичева. Эх, штанга! Такая классная шайба могла получиться. Перехват рукой сделал Мажирин. И оказывается, она у Фомичева шайбу будет бросать, да. И надо добавлять. Николай возвращает на Быканов на Фомичева, тот на Колонина, и шайба в сетке. Отличный розыгрыш. И пятую шайбу организуют игроки Одинцова. Никита, после такого... А до конца все время Армада, если Драгуна не реализует это большинство, все время проведет в меньшинстве. Розыгрыш на задней линии. Колонин Нехайенко бросает и дальний... И отправляется на... Выходит со скамеечки Булат...